Черногорские забавы. Штормы, очень сильные ветра. Нас тут уже накрыло несколько раз волнами. Ой, пропустили волны. В общем, тут очень сильные волны. Это капец. Там Дюкли, это дорога в Будву. А вот старый город. Уже 8-й день идет дождь. Каждый день подряд идут дожди. Такая вот хмурая погода. Ноябрь. 22 число вроде бы. Зато весело. Очень сильный ветер, затопленная дорога. Вот, в принципе, часто в Черногории, в Будве, сейчас сезон дождей, ноябрь. В принципе, мне в куртке и в кофте, и в футболке не холодно, довольно тепло, комфортно. Но ветер сильный. Конечно, по камере не особо ощущается, но нам прям дует. Человек навстречу идет. Такое я хочу мороженое купить, я за ним иду. Это вот так стучит. Он так хрень. Слышишь, как стучит? Это бред. Ага. Волны. Думаете, что тут все спокойно и кадры не впечатлили? Вот маленькая затопленная площадочка, там мы пройти не смогли, придется тут идти. Тут очень страшно что-то, прям очень страшные волны. Не знаю, как он тут стоит. Он же тебя не гасится. Скорее. Сильный ураган, конечно, какой-то сегодня. Вы все еще хотите в Будву? Тогда мы идем к вам. Ладно, тут такое редко бывает, на самом деле. Запах костра какого-то, шашлычка. Мачка вон стоит. Мачка — это кошка по-сербски.